Откройте вместе со мной 1 Коринфянам, 9 главу. 1 Коринфянам, 9 глава. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на этом месте Писания и не позволяли традициям диктовать вам, что оно говорит. Я хочу, чтобы вы услышали, о чем же в этом месте говорится на самом деле. В собрании орлов я начал учить о том, что пока у человека нет характера, пока он не ходит в любви, пока он не понимает важность благочестия и праведности, он не готов к процветанию, потому что он будет желать материальных благ больше, чем Бога. Вы должны желать благочестия больше всего другого. Сначала я хочу поделиться с вами основными принципами, чтобы вы поняли, что не стоит искать материальных вещей больше, чем Бога, благочестия и хождения в любви. Хорошо? Это очень важное учение, потому что я верю, что именно такую позицию мы сейчас и занимаем. Иначе говоря, когда естественные вещи больше не работают, мы должны благодарить Бога за сверхъестественное. Но мы должны понять сверхъестественное, чтобы поправить некоторые вещи в физическом мире, которые должны работать, но не работают. Вы должны доверять Богу, доверять крови Иисуса. Но также вы должны понять кое-что еще и начать активировать свою веру в это, чтобы это сбылось. Итак, 1 Коринфянам 3, простите, 9 глава, 11 стих. Я начну читать 7 стиха и перейду к 11. Там сказано, «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноградник, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?» Ибо в Моисеевом законе написано, «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, «Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое». Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? А в расширенном переводе с 10 стиха говорится, говорит ли он это исключительно ради нас? Конечно, это написано ради нас, потому что пахарь должен пахать в надежде, а молотильщик должен молотить с надеждой стать причастником урожая. Я хочу показать вам, как стать причастником помазания. Это физические законы. Но иногда люди не знают, как стать причастниками помазания. Помазание, которое вы имеете как член этой поместной церкви. Помазание, которое вы имеете благодаря связи с Богом. Помазание, которое вы имеете или причастником которого можете стать. Например, вы слушали какую-то кассету, и она действительно благословила вас и изменила вашу жизнь. И вы захотели стать причастником этого помазания. Вы хотите видеть это помазание на себе. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо, а как же стать причастником этого? Иисус начал приводить примеры физических вещей. Вы должны стать причастниками урожая и посева. Если человек садит семя в землю, то он становится причастником урожая того семени, которое он посадил. Но посмотрите на эту часть 11 стиха. «Если мы посеяли в вас...» Расширенный перевод гласит, «Если мы посеяли семя духовного блага среди вас, то будет ли излишеством, если мы пожнем некоторые материальные преимущества?» Я хочу показать вам некоторые места Писания, где они сеяли, и на них было помазание. Но сначала я хочу вернуться и посмотреть, что произошло до того, как они стали причастниками помазания.
Я хочу вернуться и посмотреть, что было до того, как они стали причастниками помазания. Я хочу взглянуть на то, что произошло между Самуилом и Саулом в Ветхом Завете, чтобы найти в этом определенный принцип. Библия говорит, что если мы приняли что-то духовное, то нет ничего странного в том, что мы получим также и материальное. Иначе говоря, есть связь между обменом материальных вещей на духовные. И если сказать об этом людям, которые не изучили Писание достаточно глубоко, то они понесутся вперед, не обращая внимания на мои слова. Существует закон. Я забыл его название, но я могу вам его описать. Этот закон гласит, что подобное притягивает подобное. Иначе говоря, что земные вещи притягивают земные, а духовные вещи притягивают духовные. Иногда мы пытаемся исключить земные вещи из списка. Мы желаем обрести их, но не получаем, потому что не хотим обзавестись ими естественным, земным путем. Иногда мы начинаем вести себя духовно, в надежде, что через духовные действия получим осязаемые материальные результаты. Но Бог говорит, нет, 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 богатство не упадет с небес. Мы должны его приобрести. Кукуруза не вырастет из земли сама по себе. Для этого нужно сначала посадить семя. Поэтому чудо состоит в том, что я должен иметь духовное семя, чтобы пожать материальный урожай. При этом я должен иметь что-то материальное и использовать это для получения материальных результатов. И этот обмен виден по всей Библии. В этом была суть креста. Иисус поменял свою праведность на наши грехи. Знаете, подобные обмены можно увидеть по всей Библии. Но когда мы говорим об обмене в сфере помазания, мы видим помазание и думаем, что оно придет на нас без всякого обмена. Я хочу показать и поделиться с вами моим свидетельством о подобном обмене. Я видел помазание на жизни брата Копланда, хотел получить это помазание для себя и действовал так, чтобы произошел обмен. И это помазание начало действовать в моей жизни. Вы можете посмотреть на все это и сказать, «Нет, я не верю в это». Но у меня на самом деле есть помазание. Оно действует в моей жизни. И я не просто говорю о нем, но говорю о том, что оно функционирует в моей жизни так же, как оно функционировало в его жизни. Мне пришлось научиться, как стать причастником этого помазания и как его получить. Один из ключевых моментов находится в первом послании к Коринфянам 9 главе. «Если мы посеяли в вас духовное». И уверен, что он проповедовал это людям, которые никогда об этом не слышали. Он сказал, «Велико ли то, если пожнем от вас, как говорится в Библии короля Иакова, телесное или материальное, как говорит расширенный перевод?» Да? Я хочу показать вам, что вы теряете как член церкви. Когда появляется корзина для пожертвований, то не надо зацикливаться на том, где взять деньги на то, чтобы заплатить по счетам, потому что пожертвование — это момент обмена. Это момент, в котором вы можете стать причастником помазания, а не просто его пропустить. Ведь если я проповедовал вам о духовном, то теперь у вас есть возможность стать причастником этого помазания. Вот почему я перенес сбор пожертвований на конец служения. Таким образом, после того, как я поделился с вами духовными вещами, вы можете отреагировать и стать причастниками этих вещей в своей жизни. Конечно, если вы понимаете, о чем я говорю. Итак, Первое Царство. Давайте откроем эту книгу и посмотрим, что там было. Первое Царство, 9 глава. Давайте прочитаем 2 стих. Давайте начнем с него. «У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из Израиля красивее его». Отметьте это. Ого! Первый красавец в стране. «И не было никого из Израиля красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа». Итак, как мы видим, автор описывает широкоплечего высокого парня. «И пропали ослицы,
или ослы. Понимаете? Если вы не знаете, кто такие ослицы, то это ослы, только женского пола. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. Они пропали, и он сказал, «Возьми с собой одного из слуг и встань, пойди и поищи ослиц». Где они? Пойди и найди их, пойди и поищи. И прошел он гору Ефремову, и прошел еще пару других мест, и затем в 5 стихе написано, когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Наверное, они уже приличное время были в пути, им нужно вернуться и отчитаться. И затем в 6 стихе написано, «Но слуга сказал ему». Как мы видим, они не были успешны в своих физических делах. Им не удавалось найти ослиц, как об этом говорит Библия. Но слуга сказал ему. И вот что он предложил. «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». Итак, о чем он говорит? «Мы не можем нигде найти ослиц. Но я знаю в городе человека Божьего, это почитаемый всеми человек. И все, что он не скажет, сбывается. Возможно, если мы пойдем к нему, он укажет нам путь». Я хочу рассказать вам, о чем они думали, потому что многие не понимают, что там происходило. Там был человек, на котором было помазание. Давайте посмотрим, станем ли мы причастниками того, что здесь увидим. Важно вникнуть в это. Вы сами все увидите и поймете, когда мы будем читать. 7 стих. «И сказал Саул слуге своему». Послушайте, что сказал Саул. Вот что привлекло мое внимание. Послушайте, что он сказал. «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку?» «Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» В то время они понимали, что нельзя стать причастником чего-то, если они не принесут чего-то взамен. И они сказали, «Нам нечего ему дать». Мы хотим, чтобы он рассказал нам, куда делись ослицы, но у нас нет хлеба и ничего, чтобы дать взамен. Я хочу спросить вас, сложно ли вам поверить в то, что вы купите продукты, если идете в продуктовый магазин? Вы видите их, но для того, чтобы уйти из магазина с продуктами, вы должны прийти с чем-то, что вы можете предложить взамен, то есть с деньгами. Кто из вас в это верит? Если не верите, то сходите в магазин после служения и проверьте. Просто пойдите, наберите продуктов и попробуйте выйти. Вы знаете, что будет дальше, да? Что вы дадите взамен продуктов? В физическом мире в это несложно поверить. Но в духовном мире у нас возникают проблемы с обменом. Потому что в нас коренятся убеждения, что все, что есть у Бога, дается даром. Спасение не стоит вам ничего. Нет, спасение стоит вам всего, что у вас есть. Всегда есть обмен. Если вы успешно решили те или иные вопросы, которые имели отношение к вам и Богу, то вспомните, там всегда фигурировал обмен. Если вы говорите, «Я хочу иметь помазание», тогда должен быть обмен на помазание. «Я хочу получить в своей жизни ответы», тогда должен состояться обмен на молитву. Всегда есть обмен, потому что так все работает в физическом мире. Если вы хотите, чтобы ваша жена относилась к вам хорошо, то вы должны сделать что-то взамен, не так ли? А обмен есть всегда. Если вы хотите, чтобы земля принесла кукурузу, то вы должны произвести обмен. Вы должны дать ей семя. Но когда дело относится к Богу, мы просто сидим и ждем. «Ну вот я, Господь». Но знаете что? На небесах Он поступает точно так же. Не так ли?
Итак, они говорят, что у них нет помазания. Но смотрите, что предложил слуга Саула в 8 стихе. «И опять отвечал слуга Саулу и сказал, «Вот в руке моей четверть сикля серебра». Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Я отдам это человеку Божию, чтобы он указал нам путь. Этот парень наконец-то понял систему обмена, которая нужна для того, чтобы стать причастником помазания, не так ли? Пойдем дальше. Я хочу посоветовать вам прочесть эту историю до конца. В ней много интересных моментов, но я хотел бы перейти к 10 главе. Помните, что он сделал? А теперь посмотрите, как он стал причастником помазания. Этот пророк был помазан. Самуил был сильно помазан. Вы понимаете? И когда он умер, и ситуация вышла из-под контроля, Саул нанял какую-то ведьму, которая сказала что-то над его могилой, чтобы он воскрес. И Самуил ответил, «Зачем ты тревожишь мой покой?» Это написано в Библии. Можете прочитать. Это немного пугает меня. У меня есть много вопросов по этому эпизоду. А затем Самуил сказал Саулу, что-то вроде «К такому-то времени, в такой-то день ты будешь со мной». В итоге это сбылось, и Саул умер. И одной из причин, по которой он умер, было недовольство своей участью. Он начал сравнивать себя с Давидом, и в его сердце появилась зависть. В него вселился демон, потому что он не был доволен своей участью и не был за нее благодарен. Но это уже другая история. Итак, давайте вернемся к 10 главе 1 книги Царств. И посмотрим, как Саул становится причастником помазания Самуила. Все это произошло в результате встречи с ним. «И взял Самуил сосуд с елеем». Елей символизирует помазание. «И вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правители наследия своего». Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе. И они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. Они нашли то, что искали. Обмен позволил им принять указание Самуила о том, что делать и чего ждать, для того, чтобы найти ослиц. Он сказал им, «Вы встретите двух человек, и они скажут вам определенные вещи, а затем скажут, что нашли ослиц, и все». Но обратите внимание, что происходит дальше, дамы и господа. Этот обмен позволил ему стать причастником помазания. Обратите внимание на то, что помазание было на его голове. Он был помазан стать правителем. И когда помазание сошло на него, то первое, что он увидел, это восстановление. Восстановление. Ослицы, которых он искал, нашлись. Но ничто не происходит случайно. Скажите это. Ничто не происходит случайно. Скажите еще раз. Иногда, когда мы читаем Библию, мы пропускаем все, что было до того, как что-то произошло, и сразу переходим к интересным моментам о том, как на нем было помазание, и как он был помазан стать царем. Но мы не обращаем внимания на то, что он сделал для того, чтобы это получить. Что он сделал для того, чтобы этот момент пришел в его жизнь? Они не шли к нему с мыслью, «Давай спросим его, сможем ли мы стать причастниками его помазания, чтобы узнать, где находятся наши ослицы?» Нет, они пошли и сказали, «Я знаю человека, который говорит только правду. Давай обменяем что-то, чтобы стать причастниками его помазания». И когда они произвели обмен, то ослицы нашлись. Он был помазан стать царем.
нашлись ослицы, и произошло восстановление. И затем, если посмотреть ниже, мы увидим слова, «И пойдешь оттуда далее». Итак, теперь он не только видит результаты помазания и восстановления, но и сверхъестественный прогресс. А если вы прочтете еще чуть ниже, то увидите фразу «И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их». Теперь вы видите благосклонность. С Саулом начинает происходить то, о чем он даже не просил. И он настолько упивается помазанием, что начинает танцевать и прославлять Бога вместе со всеми, кто играл на инструментах и славил там Господа. И Библия говорит, что его статус изменился. Он стал другим человеком. И так он не только стал причастником помазания и нашел ослиц, но в итоге этот обмен полностью изменил Саула. И теперь он был помазан на то, чтобы стать царем Израиля. Все потому, что он понял, что для помазания нужен обмен. Чтобы стать причастником помазания, нужен обмен. Я думал о другой ситуации, которая произошла с Иисусом. Точнее, не только с Ним. Давайте откроем 8 главу Евангелия от Луки и еще одно место. Попробую его сейчас найти. Луки, 8 глава. Я ощутил, что будет высвобождено что-то сверхъестественное. Я чувствую, что ко мне приходит побуждение учить вас жить в благословении и практическом знании, чтобы делать определенные вещи в вашей жизни. Я не ведом теми, кто не хочет это слышать. Я буду учить вас, и вы станете примером, к которому будут обращаться другие. Я к этому готов. Я действительно к этому готов. Аллилуйя! Особенно, когда мы дойдем до крови, текущей из рук Иисуса. Кто-то думает, парень, замолчи. Но когда мы дойдем до крови, текущей из рук Христа... Итак, Луки 8.1. Итак, обратите на это внимание. Это притча о сеятеле. Итак, Луки 8.1. «После сего он проходил по городам и селениям». Это говорится об Иисусе. «Проповедуя и благовествуя Царствие Божие». «И с ним 12, и некоторые женщины», которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов. Она получила полное освобождение, не так ли? И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. И Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. В расширенном переводе сказано, которые служили и обеспечивали его, и использовали для этого свою собственность и личные средства. И мы снова видим эту связь. Евангелисты упоминают тех женщин поименно, а также пишут о других служительницах. Они были причастниками помазания, которое было на Иисусе, и в конце мы видим обмен духовного на материальные вещи, о чем также говорится в 1 Коринфянам 9 главе. Служение. Они были причастницами помазания. Одна из женщин освободилась от бесов, другая получила исцеление. Они стали причастниками помазания Иисуса. Раньше помазания на них не было, и они решили его обменять. Они пустили в оборот свое имение, чтобы стать причастницами помазания. Но дьявол не хочет, чтобы вы знали об этом. Вот почему он делает так, чтобы эти учения казались какими-то странными и плотскими, и все говорили о них шепотом. Все это делается для того, чтобы не дать вам возможность стать причастником помазания. Но я буду учить вас этому. Поставьте камеру прямо сюда. Я буду учить этому. Не трогайте настройки. Ведь если это работало в дни Иисуса, и если это записано в Библии, и мы можем это прочесть,
Я говорю все это для того, чтобы в каждом конкретном случае вы увидели исполнение того, что написано в 1 Коринфянам 9 главе. Высвобождаются духовные вещи, и вы становитесь причастниками помазания, когда принимаете участие в подобном обмене. Откройте Иоанна 6 главу. Я покажу вам голодных людей. Они должны были накормить их всех, но у них не хватало для этого еды. И что они сделали? Давайте начнем с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса». И вот снова, они что-то увидели, не так ли? «Потому что видели чудеса, которые Он творил над больными». Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, итак, Иисус пошел помолиться, и они последовали за Ним, они следовали за этим помазанием. Они видели это помазание и буквально его преследовали. Я хочу сказать вам, что в эти последние дни, послушайте, я знаю, что это может звучать странно, но люди так изголодаются по помазанию, что когда они его увидят, то начнут его преследовать. Я помню, как это было, когда брат Копланд проводил большие собрания по всей стране. Люди следовали за ним. Они приезжали из всех уголков страны, чтобы на них побывать. Это происходит и сегодня. И далее, в этом месте Писания сказано, «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Послушайте этот диалог. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Иисус говорит, «Я задаю этот вопрос не потому, что не знаю ответа. Я знаю, что буду делать. Я просто тренирую их. Я пытаюсь сделать так, чтобы они что-то поняли. Я спрашиваю вас, как мы накормим всех этих людей? Лично я знаю, что делать, и посмотрите, что происходит». «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, и люди испытывают это сейчас. Они испытывают недостаток и нехватку. Но что бы ни произошло, Господь покажет нам, как стать причастниками помазания, которое разберется с этой нехваткой». Ученики Иисуса сказали, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Как вы понимаете, у них было 200 динариев, но этого было недостаточно. Недостаточно, чтобы всех накормить. Смотрите, Филипп говорит, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Итак, он сказал, что этого недостаточно, чтобы каждый получил хотя бы понемногу. И дальше в 8 стихе написано, «Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика». Обратите внимание на то, что сделал брат Симона Петра. Филипп сказал, что и на 200 динариев недостаточно будет хлеба, чтобы каждому досталось хотя бы понемногу. Но брат Симона Петра кое-что увидел. На 200 динариев не хватило бы хлеба, но смотрите, что предложил Петр. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Кому из вас ясно, что этого недостаточно? А? И он продолжал это утверждать. Смотрите, что сказал Петр. «Но что это для такого множества? У паренька есть ужин, 5 хлебов и 2 рыбки. Но для такой огромной толпы это слишком мало». Теперь смотрите, что делает Иисус. Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Для них надо много хлеба, так ведь? Иисус взял хлебы. Так, остановимся на этом. Теперь вы мне скажите, что только что произошло?
Иисус взял что-то физическое, не так ли? Он взял что-то физическое. Он знал, что произойдет обмен. Заметьте, Иисус не сказал: послушайте, я знаю, что в Ветхом Завете с небес падала манна. Не могу дождаться, когда вернусь на небеса, и узнаю у Бога Отца, какие методы Он использовал, чтобы с небес упала манна. Но Иисус что-то показывал Своим ученикам, Он сказал: «Дайте мне эти хлебы и рыбу. Дайте мне то, что у вас есть, потому что то, что есть у меня, больше того, что имеете вы». Никто там сначала не понимал то, что понимал Саул и его слуга. Если бы кто-то не подошел к Иисусу и не сказал: «Вот я принес хлеб и рыбу, возьми это», тогда бы не произошло бы обмена на помазание, и не было бы умножения хлебов и рыбы. Иисус взял эти хлебы, Он задал вопрос, но у учеников не было ответа. Они не знали, что делать, и тогда Иисус взял хлебы. Смотрите, что происходит дальше. Иисус, взяв хлебы и воздав, что? Благодарение. Сделал что? Раздал ученикам, а ученики — возлежавшим. Также и рыбы, столько, кто хотел. И когда насытились... Минутку. Мы перешли от состояния, когда хлеба не было достаточно, к состоянию, когда все насытились. Что произошло? Не так ли? Они все насытились, и смотрите, сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски». Оставшиеся куски? Там было 5000 одних только мужчин, не считая женщин и детей. То есть там могло быть до 20000 человек. И это был обед из двух блюд. От капитана Ди. Нет-нет, я просто шучу. Представляю, кто-то специально делает новый интернет-сайт. Крафлодоллар сказал, что Иисус ходил в капитан Ди. Я всегда говорю: минутку, ребята, я перешел от состояния недостаточного к состоянию больше, чем достаточно. Я перешел от недостатка к тому, что все они насытились, и после того, как все они насытились, были еще оставшиеся куски. Но кто из вас знает, что никогда нельзя пренебрегать и крошками? Теперь смотрите, Иисус сказал: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Хорошо, откуда пришло семя? Откуда взялся урожай? От маленького мальчика, правильно? Раз у маленького мальчика было это семя, и он дал его Иисусу, и был получен урожай, то было бы неправильным, если бы этот мальчик вернулся домой ни с чем. Не так ли? Потому что если кто-то и должен был стать причастником помазания, так это мальчик, у которого было семя. А со своей точки зрения мы смотрим так: «О, бедный мальчик, он не получил ничего, кроме остатков». Но смотрите, что там сказано. «И собрали оставшиеся куски, и наполнили...» Сколько? 12 корзин. Слово, обозначающее корзину, здесь то же самое, что и в рассказе о том, как апостол Павел спускался со стены в корзине. Эта корзина была настолько большой, что в ней можно было спрятать человека. Это не была маленькая корзинка. Это была корзина, в которой мог спрятаться взрослый человек. Хорошо, смотрите дальше. Они наполнили 12 корзин. И наполнили 12 корзин кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Вот это да! Мальчик ушел из дома с небольшой закуской.
а в полдень вернулся домой с запасом продуктов на несколько месяцев. Он стал причастником помазания Иисуса, когда отдал ему свой обед. Он стал причастником его помазания. Скажите, ничего не происходит просто так. Скажите еще раз, ничего не происходит просто так. Хорошо, давайте еще углубимся в эту тему. Послание к Галатам, 6 глава. Я верю в это. Я верю в это. О, слава Богу! Я в это верю. На прошлой неделе я получил возможность получить финансовое благословение. Потом открылась возможность в служении. Я воспользовался ею. И следующее, что я сделал, посеял снова. Я верю в это. Когда появляется возможность, я хочу ее использовать. Аминь. Смотрите. Послание к Галатам, 6 глава. Мне нравится 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и что сделает, пожнет». Кто из вас в это верит? Кто-то говорит, «Меня никто не любит». А вы сами сеете любовь, никто не обращает на меня внимания. Ну а вы что? Вы сами обращаете на кого-нибудь внимание. Когда вы смотрите на свою жизнь и чего-то в ней не видите, это потому что вы ничего не посеяли в эту сферу. Понимаете? Хорошо, смотрите. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет что? Тление». И это относится не только к плоти. Сеющий в мышление, которое не соответствует Слову Божьему, пожнет тление. Это произойдет, потому что склад его ума настроен против путей Божьих. Понятно? Пойдем дальше. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. У меня был разговор с братом Коуплендом. Раньше я этого не видел. В Библии короля Иакова слово «дух» написан с большой буквы. Но я об этом даже не задумывался. Мне захотелось узнать, как можно сеять в Дух Божий. Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь». Значит, если я буду сеять в Слово Божье, которое есть Дух, то я пожну жизнь, Зоэ, Божью жизнь. Это произойдет, если я буду сеять в дух. Однажды я услышал, как брат Коупленд сказал во время сбора пожертвований, «Сейте в Слово Божье, которое я только что вам проповедовал. Сейте в дух, о котором я только что вам проповедовал. И когда вы посеете в Слово и посеете в дух, вы пожнете урожай и станете причастником Слова, в которое вы посеяли. Сейте в дух, и от духа пожнете жизнь Зоэ». И именно об этой жизни Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 10:10. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь Зоэ, вечную жизнь, и имели с избытком. И у меня она есть. Послушайте, когда вы принимаете учение Слова Божьего, когда я проповедую вам учение Слова Божьего, вы принимаете духовное. Об этом говорится в 9 главе 1 послания к Коринфянам. «Если мы посеяли в вас духовное...» Духовное — это Слово Божье. «Я посеял в вас духовное». Что Павел говорил Коринфянам? Он говорил им Слово Божье. Павел сказал, «Мне следует получить от вас материальное обеспечение». Он хочет показать нам в послании к Галатам то же, что написано и в 9 главе 1 послания к Коринфянам. «Сейте в Слово Божье, чтобы вам пожать и стать причастниками помазания и вечной жизни». Но долгие годы, может быть, даже века, церковь не могла понять эту часть.
Если бы люди понимали, тогда бы у них не вызывали бы вопросы местописания в Новом и в Ветхом Завете, где говорится: «Не приходите в Дом Божий с пустыми руками». Тогда их поступки бы не отличались от поступка Саула и его слуги, когда он сказал: «Что мы должны принести в обмен на помазание этого человека, в обмен на то, что он сказал, где наши ослицы?» Если мы пришли в церковь с пустыми руками, значит, мы пришли без ожидания. Пожертвуйте хотя бы мелочь, если у вас нет больше, в обмен на духовное, которое вам дано. Я даже не могу сказать вам, сколько за эти годы я видел людей, которые получили слово от Бога. И это было хорошее слово. Они говорили: «Радуйтесь тому, что я пришел». «Да, я рад, что вы пришли, но при этом вы зря потратили свое время, если у вас не произошло обмена, и не ожидайте, что вы станете причастником того, что вы услышали, причастником плодов служения, причастником духовного». Я верю, что сегодня мы получили большое понимание того, как надеть на себя это помазание. Придя в магазин, вы можете примерить на себя одежду, вы можете смотреть в зеркало и восхищаться, как хорошо вы в этой одежде выглядите. Но для того, чтобы стать ее владельцем и унести ее домой, вам необходимо сделать обмен. И если вы не дадите взамен денег, то что будет? Одежда вернется обратно на вешалку в магазине. Она остается там, потому что у вас нет права ее носить. Ведь вы не совершили обмена. Наше плотское мышление скажет вам: «Так вы хотите сказать, что Бог взимает с нас плату? Вы истолковали все по-плотски, потому что не восприняли то, что было сказано». Знаете, Иисус пошел на крест, праведный Сын Божий, который никогда не грешил и не сделал ни единого греха. Пошел на крест для того, чтобы обменять ваши грехи на свою праведность. Слава Богу! Произошел обмен. Вы игнорировали этот принцип обмена. Вы боялись, что кто-то заберет принадлежащее вам, так как вы не были сосредоточены на том, чтобы получить Божье. Я хочу получить помазание. Я хочу быть причастником помазания. Я хочу участвовать в помазании. То, что вы сегодня слышите, должно привести вас туда, где у вас никогда не будет недостатка или нужды, потому что вы в одном шаге от помазания, всего в шаге от прорыва. Нужен обмен. Кто-то говорит: «Мне нужно исцеление». Послушайте проповеди брата Робертса и сделайте обмен на помазание в его жизни. О, слава Богу! Некоторые могут сказать: «Я не понимаю Слово Божье, и моя жизнь меняется». Присоединитесь к церкви и сделайте обмен на помазание, которое над этим Домом Божьим. Такой духовный обмен доступен каждому. Так что каждый раз, когда вы отдаете пожертвование, вы не просто что-то опускаете в ведерко, вы делаете обмен на что-то духовное. Я не хочу, чтобы вы преуменьшали значение этого действия. Когда вы опускаете деньги в это ведерко для пожертвований, вы делаете обмен, и выходите отсюда с уверенностью, что ослицы, которых вы искали, найдутся. Аминь. Вот что говорит Библия: «Меньше благословляется большим». На самом деле, когда вы видите человека, на котором есть помазание, которого нет у вас, делайте обмен. Делайте обмен. Слава Господу! Теперь давайте откроем 4 главу послания к филиппийцам, и я покажу вам, как апостол Павел призывал людей, которые были его соработниками, как он учил их быть причастниками его помазания. О, это хорошо. Какое место я назвал? Послание к филиппийцам?
Мы сидим в нашем куполе, тут тепло и хорошо, а на улице холодно. Тут светло, вы сидите на мягких сиденьях, и поэтому вам лучше сделать обмен. Для вас лучше получить помазание для своей жизни. Вы можете попусту потратить 10-12 лет своей жизни, говоря, «Я в это не верю», или же можете стать причастником помазания. Филиппийцам 4 глава. Начну с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне». Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства, у вас не было возможности. Вот великое преимущество быть членом церкви. Есть люди, которые хотят приобщиться к помазанию, которое на мне и на нашем служении, но они не члены нашей церкви, и у них нет возможности, которая есть у нас, членов церкви. У нас каждый день есть возможности. Есть люди, которые размышляют, как мне сделать такой обмен. Знаете что? Слава Богу, теперь у нас есть интернет. Вы можете сделать такой духовный обмен, находясь в Сингапуре, находясь в Янгпангтанге. Вы можете делать его, потому что мы вещаемся через сеть. Вы можете сделать такой обмен. Хорошо, смотрите. Говорю это не потому, что нуждаюсь. Мне очень нравится, как говорит Павел, потому что он знает, каковы люди. Он говорит, «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Он научился быть довольным так, что не испытывал тревоги или беспокойства. Он говорит, «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке». Павел говорит, «Говорю это не потому, что мне от вас что-то нужно». «И я, ваш пастор, говорю это не потому, что мне от вас что-то нужно». «Я уже говорил вам, радуйтесь, что ваш пастор не банкрот». «Если бы я был банкротом, у вас бы был повод для беспокойства». «Нет, я это говорю не потому, что мне от вас что-то нужно, но смотрите, что говорит Павел». «Павел, так почему ты это говоришь?» Он говорит в 13 стихе, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Другими словами, Павел говорит, «У меня есть сила Божья, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я не нуждаюсь в вашей силе, у меня есть сила Господа». Но зачем он тогда об этом говорит? Павел продолжает, «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». В расширенном переводе сказано, «Но это правильно, похвально и благородно с вашей стороны, восполнять мои нужды и принимать участие в моих трудностях». И дальше в Библии короля Иакова говорится, «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Теперь снова послушайте в расширенном переводе. «Вы, филиппийцы, и сами знаете, что в начале моего евангельского служения, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь, собрание, не вошла в партнерство со мной. Итак, есть церковь, которая вошла в часть, в партнерство, в сопричастность. Ни одно собрание не вошло в партнерство со мной и не открыло, посмотрите, счет в даянии и принятии, кроме вас одних. Он сказал, что в результате партнерства, которое было у церкви с Павлом, благодаря участию в служении апостола через даяние, они, так сказать, открыли счет, и когда они сеяли в его служение, они становились причастниками помазания, которое было на его жизни, и это помазание приходило и на них. Обратите внимание, я продолжу читать расширенный перевод. Павел продолжает, «Ибо вы, даже и в Фессалонику, присылали мне на нужды, не только в первый, но и во второй раз. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния». То есть он говорит, «Я не ищу ваших денег, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу, урожая благословения, которое накапливается на вашем счету».
Тем самым, Павел говорит, причина, почему я об этом говорю, в том, что я хочу, чтобы благодаря вашему участию в моем служении вы получили урожай благословения. Он говорит, так как вы сделали это для меня, произошел духовный обмен. Вы решили стать причастниками благословения в моей жизни, и это благословение накапливается на вашем счету благодаря обмену. Заметьте, он не сказал, что на их счету накапливаются деньги. Он сказал, что там накапливается благословение. Речь идет о помазании. Через это партнерство, через сопричастность к помазанию, они стали принимать в нем участие.